До начала летних каникул остается около недели. Загородные лагеря готовы открыть свои двери для ульяновских школьников. Однако, прежде чем приступить к работе, лагеря должны пройти специальную проверку. Самое важное требование – безопасность. Поэтому сотрудники МЧС проводят плановые проверки каждой территории, предназначенной для детского отдыха. Накануне инспекторы побывали в лагере «Сосенка» в Чердаклинском районе. Особое внимание – содержанию зданий и помещений, путей эвакуации, состоянию электропроводки, наружного противопожарного водоснабжения. Особое внимание уделяется наличию работоспособности систем противопожарной защиты, источников наружного противопожарного водоснабжения. Также с работниками проводятся инструктажи, беседы по пожарной безопасности. После осмотра лагеря сотрудники МЧС должны выдать сертификат соответствия учреждения. Либо при возникновении нарушений сотрудникам организации будет выдано предписание на устранение нарушений. Анна Тищенко, новости «Ульяновской правды».